Всем привет, с вами Норд, и сейчас мы будем проходить игру под названием Before We Life. И начнем мы с обучения. Я уже запускал игру, чтобы настроить звук. Вот, но обучение я не проходил. Все, что я знаю из игры, что это симулятор. Итак, время пришло. Спустя долгие годы ваши люди вышли из подземного убежища на поверхность планеты. Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши, чтобы перемещаться по своему новому дому. Приближайте и отдаляйте изображение средней кнопкой мыши. Вниз и вверх. Переместить. Так. Давайте обустроим ваших людей, построив дороги и хижины. Все постройки должны располагаться рядом с существующей дорогой. Как только вы завершите строительство, можно щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы отменить выбор постройки. Построить три хижины. Строительство дорог. Снести постройки. Открыть меню. Жилье и развлечения. Хижина. Здесь можно поселить людей. Здесь создаются запасы еды и питья. Здесь будут ждать люди, у которых еще нет работы или которым не хватает еды и питья. Бонусы за наличие рядом жилья. Рядом 1 равно плюс 1, рядом 2 равно плюс 2. Бонусы за наличие рядом полей и колодцев, построек, с которых поле рядом 1, еда максимум, запас плюс 1. Так. Питье максимальное, так, понятно. Строим 3 жилья. Построить короткую дорогу. Древняя технология. Непонятно. Преобразователь. Тоже непонятно. Разрушенный генератор. Ремонт. Рядом нет дороги. Так вот. Дорога. Еще дорога. Допустим, дорога. Дорога. Так, отлично. Убежище медленно производит еду и питье. Но вам нужно больше и быстрее. Больше и быстрее. Поле. Вода. Картофельное поле. Два картофельных поля. Два. Колодец. Так. Информация о людях. Показать ресурсы. Кай будет. Теперь вам нужна лесопилка, чтобы получать материалы для строительства. Разместите ее у деревьев, чтобы получать древесину быстрее. Картофелина. Так. О. Так, нужна дорога. Дорогу нам не поставить, значит, придется носить колодец. Активно следовать, нести. Да. Перестроим в другое место. Дорога, дорога, дорога. Возле деревьев. Все правильно. На складе 55. Это 2. Плодородность. На этом острове можно получить картофель. Ладно.
Теперь, когда деревня построена, пора задуматься о более серьезной цели – исследовании мира на корабле. Для этого нам понадобится камень. Используйте инструмент сноса, чтобы срубить деревья и добраться до камня под ними. Выберите инструмент сноса и щелкните по деревьям, которые хотите срубить. Но слез – это тяжелый труд. Вам придется подождать, пока люди закончат эту работу. Так, надо снести. Раз, три. Клетка, клетка, клетка. И эта клетка. Отлично, теперь у нас есть камень, в котором мы нуждались. Леса, которые вы сносите, не вырастают снова. Носите ровно столько, сколько нужно для расчистки места под постройку. Деревья, вырубаемые лесопилками, вырастают снова, если на клетке остается хотя бы одно дерево. Среди всего прочего, для строительства корабля вам понадобятся инструменты. Поблизости находится древнее металлическое устройство. По легенде, оно может превращать одни вещи в другие. Возможно, оно поможет? Возможно. Что делает эта кнопка? Кнопка. Древесина расходуется 15 за раз. Инструменты создает 5 за раз. То есть, а у меня не хватает. За раз-то. Давай. Лео доставляет ресурсы древесина. А, вот в хранилище 8 из 15. Значит, в нем. Лео. Лео. О, два раза быстрее. Так, какие-нибудь кнопки есть. Быстрые. Хранить, сохранить. Плюс-минус. Кстати, о древностях. Вашим людям понадобится помощь, чтобы восстановить знания предков. Иначе им не выжить. Постройте хижину исследователей, чтобы собрать предметы из обломков древних технологий. И библиотеку, чтобы изучить и сохранить древние знания. Построить хижину исследователей. Позволяет обнаружить древние знания в грудах старинной техники. Построить библиотеку. Не хватает камень. Три камня. Как бы не хватает, но как-то достроили. Отлично, вы заложили основу для строительства многолюдной деревни. Почему бы вам не осмотреть остров и не построить еще что-нибудь для своих людей? Строительство деревни. Что у нас есть? Колодец. Это камень. Пора углубиться в книги. Теперь у людей есть доступ к только что построенной библиотеке. Им нужно научиться собирать камень и другие полезные ископаемые. Без этого корабль не построить. Камень – важный ресурс. Его можно добывать возле горных клеток на Нагорье. Но сперва нужно туда забраться. Изучите подъемники и постройте один из них у утеса. Не забывайте пользоваться преобразователем. Он поможет изготовить инструменты, если вам их будет хватать.
Так, камень. Нам нужны. Это. Зеленые исследования. Ага, вот он. А где этот ресурс? Вот оно. Оу-оу-оу. Прям цивилизация какая-то. Так, подъемник 5, 5. Зеленое исследование 5. Позволяет строить подъемники, чтобы перемещать людей с высоких клеток на низкие и наоборот. Давайте. Изучить подъемники в библиотеке, построить подъемник у утеса. Где утес? Этот, наверное. Ржавый гигант. Древняя технология. Древняя технология. Построить подъемник у утеса. Давайте соединять дорогами неизменности и возвышенность. Неизменность. Где-то тут. Дорога. Исследовать горное, ничего нельзя исследовать. На данном этапе обучения вы не можете изучить эту технологию. Не будем. Теперь вы можете добраться до Нагорья. Далее нужно выяснить, как ваши люди могут добывать камень. Где Нагорье? Гора. Затопленные руины. Дорога. Изучить горное дело в библиотеке. Горное дело. Позволяет создавать карьеры и добывать камень. Карьера. Загрязняет соседние клетки, в зависимости от уровня загрязнения клеток, это дает минус-минус, к счастью, людей, которые по ним передвигаются. Построить каменный карьер. Карьер нужно разместить рядом с горой и дорогой. Карьер также загрязняет окружающую местность. Загрязнение влияет на то, насколько счастливы люди и как эффективно они работают. С умом выбирайте место, где строить и строите здания, загрязняющие природу. Гора, гора. Карьера. Вызывает небольшое загрязнение, в зависимости от уровня загрязнения, как отдается. Загрязняет соседние. Дорога, дорога. Так, правильно.
такое? Нет ресурсов. Инструменты. У меня инструменты еще два на складе. Его хватает. Итак, ваши люди добывают камень. Вскоре вы сможете отправиться в плавание и открыть скрытые земли. Чтобы найти их, вам нужно отремонтировать древние устройства. С их помощью можно будет отправить в плавание старый корабль на берегу. Вот этот. Ремонт. Камень. Ресурс неизвестен. Самый интересный ресурс. Камень изучен. Так, по идее, теперь я должен добывать камень. Правильно. Радиус загрязнения от этой постройки. Изучить ремонт библиотеки. Ремонт. Позволяет восстановить древние разрушенные постройки. Ждем. Просто ждем. Это, в принципе, не важно. Великолепно. Чтобы отремонтировать корабль, понадобится много людей и ресурсов. Для выполнения необходимых работ нужно, чтобы ваша деревня росла. Увеличить деревню и поселить в ней 25 человек. Так. Так. Как нам сделать-то? А их, наверное, улучшать еще можно. Да. Улучшить. Да, но не сейчас. Облом. Так. Один. Один. Туда-туда. Будет так. Дома дает вроде один всего лишь. Так, можно было по-другому. Там. Через низ. Они там друг с другом давали бонусы. Прироста у них сколько? Один? Два, три. Три, по-моему. Бонусы. Сколько он сам создает? Так. Еда. Люди. Так, ну я построил раз, два. Далее 9. Чисто тестовый. Сколько он даст? Один дает два. В общем, как... Этот плюс два. Он дает два, плюс два. В принципе, этот и не нужен. Если поставить сюда, даст 4. Хорошо бы сюда поставить. Или... Сделать большую дорогу. Поставить сюда. Сюда. Это, наверное, нельзя поставить. Именно сюда нельзя. Одно.
больше двух, то все равно не дает бонус. Смотрите-ка, сколько всего собрали ваши люди. Давайте изучим технологии и построим склад, в котором будут храниться дополнительные ресурсы. Обратите внимание, для строительства склада нужны две клетки. Две клетки. Склад. Построить склад. Подъемник, склад. Так, инструменты. Делаем инструменты. Идем строить склад. Бонусов у него, наверное, никаких нет. Важно равномерно распределять пространство между выбранными ресурсами. Так, у нас не хватает древесины. Один не справляется совсем. Вот второй поставить. Там инструменты должны остаться. Второй поставим куда-нибудь. Да? Или подальше. Убежище. Сейчас наш дом. Что ждет нас, когда мы покинем его? Как бы смерть. Так. Надо подальше построить. Туда. Правда, бегать им далеко. Наверное, склад надо было где-нибудь здесь разместить. Обязательно выберите, какие ресурсы хранить на складе, иначе он будет пустовать. Очень важно знать. Склады, а затем порты, равномерно распределяют пространство между ресурсами, выбранными для хранения. Чем больше типов ресурсов вы храните, тем меньшее количество каждого ресурса будет храниться на складе. Ладно. Ресурсы не выбраны. Что у нас больше всего? Все. Все в убытке. Еда. Питье. А также и все остальное. Вы уже так близко к тому, чтобы отремонтировать корабль. Вам нужен более надежный источник инструментов, чем преобразователь. Пора отыскать на Нагоре залежи железа. Так. Ржавый гигант. Гигантские механизмы древних, заржавевшие от времени. Здесь можно добывать железную руду. 500. Изучите металлообработку. Построить железный рудник и железноплавильный инструментальные заводы, чтобы производить железные инструменты. Тоже загрязняет соседние клетки. Строить железный рудник рядом с ржавым гигантом. Требуются инструменты. Так. Ну, в принципе. А здесь сажает. Собирает. Какая-то то же самое. То же самое. Чтобы превратить железо в инструмент, вам понадобится железноплавильный
Инструментальный завод – это особая постройка, которым нужна энергия. По счастью, рядом с городом люди нашли генератор. Отремонтируйте разрушенные генераторы, а затем постройте железноплавильные инструментальные заводы. Пока стройка не будет завершена, вам придется пользоваться преобразователем для создания инструментов. Да, понятно. Ремонт. Древесина, инструмент. Давай еще. Дорога. Железный рудник. Построить через... на склад улучшить потом. Так, железоплавильный завод x3, 3 работника. Электропонадцать задание просто, как оно будет построено. А у нас 28, надо еще построить людей, построить людей. Так, эта дорога не нужна. Перевернуть. Уже можно перевернуть. Не то. Её нельзя перевернуть. Называется воскреснение. Надо строить где-то наверху. Рядом с дороги. Прям в центре где-то надо строить. Здесь, наверное. Инструменты из железа и древесины. Пусть будет здесь. Угу. Люди становятся несчастными, ведь им приходится усердно работать и терпеть загрязнения от некоторых построек. Несчастливые люди двигаются и работают медленнее, так что вам стоит их подбодрить. Выберите человека и узнайте, насколько он счастлив. Также можете нажать кнопку «Сводка» в верхней части экрана и выбрать нужного человека. Один способ сделать людей счастливее – предложить им еду и питье лучшего качества. Давайте посадим овощи и вырастим немного чая. Позже вы также сможете растить сады, но для них климат этого острова не подходит. Так, для картошки сам климат. Так, формация. Сделаем. Я
превышает 60, люди получают минус к счастью, поскольку их ожидания растут. Изучить садоводство. Стоит разбивать овощные поля и сады для производства овощей и фруктов. Их потребление дает людям плюс к счастью. Кому все делается? Нет места хранилища. Камень. Теперь можно улучшить. Там стекло. Стекла у нас нет. Стекла у нас это. Вы что хотите? Брать? Нет еды. Улучшить. И улучшить. Два овощных поля. Поле у нас изучается. Пока ждем. Привет. Можно, конечно, пока таких натыкать. Еще картошку. Подождем. Так, и два овощных поля. Это у нас сад. Достаточно плодороден для такого поля. Овощное поле действия. 14 требования. Так. Производство будет замедлено из-за загрязнений. Загрязнений у нас там вообще. Правильно. Ладно. Рядом два чайных поля поставим. Производит чай, который дает людям плюс к счастью. Чай. Два чая. Наконец-то. У вас есть все, чтобы починить старый корабль. Кроме древесины и инструментов. А так, в принципе, все. Подождем. Так, 48. Мало людей. Их строишь, а им все мало-мало. Зеленая аналогия. Если больше это исследование не идет больше. Ладно.
что нам не хватает. Еда. Картошку будете кушать. Давай. Нет ресурсов зеленой технологии. Как бы нету ее. Она вроде и не требуется. Где нам ее взять? Им еда, короче, нужна. Нет ресурсов, овощи. Поле улучшить никак. Все сделают. И уплывем куда-нибудь. К утесу. Ваши люди отправляются в плавание. Им предстоит только изучить и узнать. Попробуйте заселить новый остров и выяснить, какие открытия ждут вас там. Это все то же самое, наверное, будет.